Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Васильевич Усатов. Да, я представляю группу компаний «Автир». Мне входит компания аналитика высоких технологий, да, и Институт инновационного проектирования инженерии. Ну, компания «Автир» активно работает в различных сферах и направлениях науки и промышленности, где внедряются и используются инновационные технологии. Основные направления деятельности нашей компании, да, это инжиниринг, комплексные решения при организации различных биотехнологических процессов, да, значит, соответственно, связанные с этим осуществлением поставок высокотехнологичного оборудования, связано с этим валидация, аттестация этого оборудования, консалтинг, вся сфера деятельности связана с этим. Вот кратко о нашей компании. Ну вот одной из последних инновационных разработок, собственной разработки, да, нашей компании является установка фотона. Ну, чтобы можно было вот оценить возможности этой установки, ну вот давайте рассмотрим самые простые вот теоретические основы, так сказать, Значит, как мы с вами хорошо знаем, свет для растений необходим для фотосинтеза. И фотосинтез – это вот процесс синтеза органических веществ из неорганических, да, то есть воды и углекислого газа, за счет энергии света. Ну, вот различают две фазы. Световая фаза, темновая фаза. Да, в световой фазе проходит поглощение фотона, проходит, в общем-то, фотолиз воды, да, с выделением кислорода, и за бассейнной энергии, это ботанозин 3-фосфате, вот АТФ, это основная молекула, она у нас с вами ответственна за все энергетические процессы, она ответственна за все энергетические процессы, да, в хлоропластах, да, так сказать. Это основная органелла, хлоропласт высших растений, в которых вот и содержится хлорофилл и так далее. Ну, а в темновой фазе у нас происходит высвобождение этой энергии, накопленной, так сказать, во время световой, да, и преобразование этой химической энергии для образования сложных органических соединений из углекислого газа, да, значит, соответственно, из СО2, это прежде всего углеводы, то есть это вот глюкоза, крахмал и так далее. Ну вот вопросом влияния различного спектрального состава, да, так сказать, на эффективность и интенсивность поглощения энергии еще озадачился Тимирев. И здесь вот представлены уже современные данные, это вот значение эффективности основных глинобол, да, вот, на поглощаемость и эффективность фотона. Да, и вот баланс, вот анализ этих данных показывает, что вот можно сделать об эффективности использования сбалансированного спектра, то есть вот максимальной поглощаемости, да, эффективности фотона. Происходит вот в этих двух областях, да, так сказать, 640-680 нанометров, да, значит, соответственно, это у нас красная область, да, значит, и 445-455, это синяя область, здесь это все. И вот указанный диапазон обладает наибольшей эффективностью для использования в искусственном освещении растений, даже, так сказать, самым главным вопросу. Да, значит, вот давайте посмотрим на эволюцию искусственного освещения. Здесь у нас вот представлены, соответственно, спектры поглощения, да, в верхнем правом углу, при синтезе хлорофилла, фотосинтезе и фотоморфогенезе. То есть это на всем этапе, это спектр на всем этапе развития растений. Да. А это спектры поглощения, так сказать, основных источников света. И мы видим, что практически
так сказать, совпадение очень далеко. Вот. Ну, уже, так сказать, люминесцентная в лампах, да, значит, у них это синяя есть область, так сказать, красная, это основные, ну, тут просто масштаб немножко, нет, преуменьшен, чтобы показать эти вот эти пики, так сказать, это ртутные, ну, не важно, да, вот, то есть синяя и красная область, и уже, так сказать, светодиодные лампы, вот там белый холодный, белый теплый, да, так сказать, они уже более близки, так сказать, вот, к спектру поглощения. И эта картинка вот классического фитоосвещения из двух светодиодов. Это синий и красный. Да, значит, они как раз можно их отрегулировать, чтобы их максимум совпадали с максимумом поглощения пигментов. Значит, пигментов листьев, что у нас такое? Хлорофилл, значит, там хлорофилл А, хлорофилл Б, каротиноиды. Каротиноиды — это красные, желтые пигменты. Когда хлорофилл у нас разложился весь, да, и все краски осени — это вот как раз желтый, оранжевый, это самое вот каротиноид. Так, ну, слава, да. Ну вот давайте посмотрим на эффективность классического фитоосвещения, вот, которое обеспечивается вот таким вот набором таких фитодиодов. Да. И здесь вот видно внизу, так сказать, я подчеркнул, что вот коэффициент эффективности поглощения, он составляет 67%. Что? То есть при... И в табличке сравнительные данные. Значит, что нам говорит? Что вот у нас потребляемая мощность, да, вот здесь, вот на данной площади, да, чтобы освещение вот это все, составляет 180 Вт. Вот аналогичные результаты, чтобы достигнуть аналогичной эффективности, уже вот там в люминесцентную, надо использовать люминесцентную, это самое, 300 Вт. Понимаете, так сказать, 2,5 раза больше. Не говоря там про лампы накаливания. Вот. А если мы используем систему, вот это спектр 8, это значит вот как раз установка фотон, собственно говоря, с 8 типами светодиодов. Да? Значит, вот как раз их спектры испускания, вот цветным показано, это вот 8 спектров, да, значит, на фоне что у нас здесь? Спектров поглощения всех пигментов листьев растений, да? И они уже максимально перекрывают, как мы с вами видим, они максимально перекрывают, да, и совпадают, так сказать, со спектрами поглощения. И в этом случае мы достигаем коэффициент поглощения 95%. И это, опять-таки, вот цифры выделены, это при 85 Вт на 6 квадратных метров, да, значит, это, и для этого нам уже потребуется вот эта система из двух светодиодов, которая здесь, да, 290 Вт, как мы с вами видели. А уже люминесцентные лампы вообще 500 Вт, то есть сколько там, в 7 раз, так сказать, потребление энергии у нас выросло, чтобы мы могли достигнуть этого. Вот это вот эффективность непосредственно светодиодного освещения. Чего, так сказать, светодиодного. Ну и вот для... Ну, вот как следует из выше приведенных данных, то вот возможность программированного изменения интенсивности, да, в различных частях спектра позволяет обеспечить увеличение эффективности использования искусственного освещения для максимального раскрытия потенциала культуры. Вот для этих целей была, собственно говоря, разработана нами, значит, установка фотон. Да? Именно для изучения влияния спектров освещения на все фазы развития растений. Сейчас я на этом остановлюсь чуть подробнее. И вот, сейчас прошу прощения. Вот. Не вижу, ну что-то. Не знаю. Вы набите на стрелочку, он будет показывать. Я набил, пожимал. Вот все пошло. А, вот пошло, да. И вот, так сказать, установка имеет три камеры, да, и в каждой из трех камеры установлены специализированные световые модули,
которых вот собраны светодиоды с различной длиной испускания. И мы можем формировать различного, так сказать, вида, так сказать, спектра излучения. Вот. И в зависимости, так сказать, от числа светодиодов у нас, так сказать, разный диапазон. Вот максимально там спектр 18 означает у нас 18 различных спектров. Спектр 4, там самая простая установка, мы сейчас почти не пользуемся, это 4 типа светодиодов, каждый, так сказать, свои. Да? А, вот. И диапазон 340-90-80 это очень широкий диапазон. 340 это уже ультрафиолет. Понимаете? Вот. А 980 это дальний красный. Ну, вот возможность формировать спектр с заданными интенсивностями в различных диапазонах, да, с изменением освещения, уровня освещения во времени, да, позволяют проводить вот сложные эксперименты по физиологии, биохимии, да, получать результаты вот для направленного воздействия на конкретные культуры и фазы развития. Вот. И здесь приведены примеры спектров, используемые в различных сценариях установки фотон, ну, которые вы видели на предыдущем слайде, так сказать, просто здесь они показаны для наглядности, да, значит, на одной диаграмме, так сказать, это как бы такой базовый набор спектров, так сказать. Ну, естественно, возникает вопрос, а зачем нужно программирование, вот, изменение интенсивности излучения, да, так сказать, в различных частях спектра. Вот, если можно моделировать спектр излучения, вот как мы видели, так сказать, там, на это, максимально близкий к спектру поглощения растений. Вот как у нас есть универсальный, да, и все. Вот, возникает вопрос, зачем? Вот на этот вопрос мы, так сказать, можно посмотреть здесь. На данной схеме показаны основные эффекты, да, стимулируемые различными цветами на протяжении жизненного цикла растений. Да, вот схемочка, так сказать, она хорошо. Видно, что на разных стадиях морфогенеза, развития растений, роста растений, да, там, прорастание, вегетация, бутонизация, плодоношение, да, растения нуждаются в свете разного состава. Для нас важно не только то, что, а на разных стадиях будет, то есть там дана вот такая перечисление, да, так сказать, там, вот, например, там 320-400 нанометров, так сказать, это регулирование процесса там, цветения, созревания, так сказать. То есть использование там 600-700, это вот ярко выраженное воздействие на фотосинтез. Вот как раз там морфогенез. И вот из этих данных, например, так сказать, вот сейчас следует, что вот для светолюбивых растений, да, вот наиболее подходит и наиболее важен вот на стадии, скажем так, вегетации вот для фотосинтеза, это синий цвет. Видите, да, так сказать, это область синего цвета. А для тенелюбивых растений наиболее, в общем, подходит вот красный цвет, да, так сказать, он отраженный, вот, красный цвет, значит, непосредственно это для нижнего яруса растений. То есть у нас лист поглощает зеленую часть спектра, да, отражается, так сказать, это самое красное. То есть не только, ну, да, конечно, то есть не только для эффективности самого фотосинтеза, но и для каждой, собственно говоря, стадии непосредственно нужен свой спектральный состав. Вот для чего, так сказать, нужно. Да, в частности, нужна, так сказать, эта установка. В том числе различные длинные ум, да, так сказать, они способны стимулировать различные процессы. Вот. И, например, вот здесь вот о чем я хотел сказать, что вот различные участки спектра воспринимаются растением как сигналы, влияющие вот
на главный аспект их роста и развития. Для них это все. То есть это цветение, бутонизация. Вот тут показана вот эта система поломанок, просто как наиболее модельная, наиболее понятная. Да? Вот у нас синяя и, соответственно, красная, так сказать, область излучения, значит, это светодиоды. Да? Значит, вот. И видно, что, например, для прорастания, значит, у нас для прорастания наиболее, так сказать, оптимален синий будет цвет. Да? А уже для, так сказать, для вегетации и особенно для цветения и образования, так сказать, завязи, да, так сказать, на этой стадии морфогенеза, так сказать, большую роль будет играть красный. Да? И уже изменяя соотношение, скажем, синего и красного, мы можем прекрасно регулировать и подбирать, значит, вот все процессы входа морфогенеза. Ну, а наличие светодиодов уже с пиками испускания в других областях спектра позволяет дополнительно стимулировать и другие участки спектра. Вот, как я говорил, например, так сказать, вот ультрафиолетовый, так сказать, и дальний красный ультрафиолетовый, вот у нас там 350, это самое, и дальний красный свет, они способны, скажем, стимулировать цветение. Вообще, начало цветения – это сложный процесс, это отдельно, так сказать, обсуждаем. Ну, вот здесь показаны основные преимущества установки фотон. Там спектр 4, 18, 18, это означает, прошу прощения, 18 различных светодиодов, 18 типов светодиодов. Максимально можно, так сказать, перекрывать, генерировать излучение различного спектрального состава. И вот наша установка, она вот имеет три ростовых наблюдательных камеры для изучения влияния спектрального состава света на растения. Да, ручная камера, да, да, растения высотой 35 сантиметров. Вот, и позволяет моделировать уже индивидуально для каждой камеры освещения. Каждая камера может свое освещение, можно сравнивать, естественно, как ведут себя растения в одной, при одном освещении, при другом освещении, так сказать, в одинаковых климатических совершенно, так сказать, условиях. Да? А, вот, естественно, так сказать, можно задавать циркадный цикл день-ночь, так сказать, без которого невозможно развитие растений. А, и, так сказать, свой сценарий вот для каждой камеры. Ну и естественно, так сказать, система вентиляции предусмотрена, то есть каждая камера, так сказать, там вентиляция с вертикально восходящим потоком. Ну и вот установка, она оснащена специализированными фитосветильниками, да, так сказать, со строгой, потому что на рынке очень много, так сказать, всякого разного, да. Вот, вот комбинация светодиодов. И мы можем, так сказать, контролировать и проверять это излучение в нашей установке. Представляем, в том числе спектрофотометр, да, спектрофотометр, то есть, конечно, организовать этот самый. И возможные модификации установки фотон, так сказать, там, в частности, Thank you.
программный ролик, который показывает основные значения предлагаемой установки. Да? Ну, о применении можно с вами говорить, что здесь, так сказать, наглядно подводится черта, значит, вот, о том, о чем я говорил. Значение влияния, модели спектра. И подавление реализовать